Да, Радомир спал на подоконнике, чтобы не упасть с кровати. Вот мы придвинули кровать к подоконнику. Чтобы я не упал. Понравилось тебе, Радомир, спать так? Да, там дырка. Дырка там? Там 10 метров высота. Поэтому опираться об окна нельзя. А там можно... Только на стенку. Да. Если бы окно было кирпичевое, такое, когда скрепляет шашок. Да, бы можно было так делать. Конечно. А так оно стеклянное. Да. Давай иди сейчас в туалет, потом переодевайся и пойдем гулять на улицу. Река, вода. Успокоилась, да? Ой, я пойду к реке схожу. Сборище камней. Это Маша собрала, да? А твои там у нас в комнате в розовой сумочке лежат. Те, которые ты собрала. О, папа наш идет. Слышно губ-губ-губ. Ну, тут стол нам поставили. Только тихо, не кричи, Радомир. Это стены такие очень крутые. Если приезжаете в большую компанию, в которой есть некоторые личности, которые как мы встают, в промежутке от 4 до 6, то, конечно же, еще имеет маленького ребенка, который встает в такое же время, то имейте это в виду. О, здравствуйте. И маленького папу, который встает и будет этого ребенка. Потому что ему срочно надо было что-то там поперекладывать у него под этим и подвинуть кровать, самое главное. Да? Там роса сильная выпала, то как-то не это, не по приколу, надо резиновых сапогах идти бродить. В такой угол ударит, чтобы ударить голову с двух сторон. Это как? Это какой угол с двух сторон бьет? Меня шишки из вас посыпали. Ага. Да, наверное. А то сжимала ему сегодня с утреца немножко. Бандок придавил. Было такое у нас сегодня? Здесь не с вами. Я еще через звезды лечу. А мы сейчас собираемся идти смотреть памятник мужской силы. Пойдемте. Спасибо.